Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Last of Us Left Behind. Офигенное дополнение, которое реально возвращает нас во времена, собственно, того, что происходило до оригинальной игры, того, что происходило в определенные моменты оригинальной игры. И это очень ценно. Штука. Попробуем? Но сейчас мы находимся... Мы включили электричество и теперь можем покататься на этой карусели, судя по всему. На самом деле, по-моему, это очень плохая идея. Но как бы там ни было, почему бы и нет? Или тут еще совсем девчонка. Да! Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда! Нет, без меня. Вот это да, я балдею! Ух ты! Красиво, да? Давай, поднимайся, садись рядом. Ладно, подожди. Нет, 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 ух нет, ты. Нет. Ну я же только села. Оживай! Отстой. Ну, а мне зато понравилось. О, я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда. Сучка, это же книжка каламбуров. Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики. На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову. Офигенно. Ладно, ты готова? Давай. Давай-то давай, но, блин, что тут еще есть? Как всегда, интересно посмотреть, что тут вообще. Работник месяца, конечно. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Ну, давай еще. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Давай еще. Я читаю книжку про гравитацию и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Не то чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Правда дурацкая. Так, ладно. И как это работает? Мне кажется, там все сказано. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Давай. Ну, поехали. Дружба. Выберем друзей. Как это мило. Я лягух. Тут персонажей не выбирают. Ты кролик. Выбираю лягушку. Оп, сыр. Ангелочки. А теперь страшно. Динозавр. О, нет! Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Плющим, плющим рожу. Блин, это круто. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Пятачок. О, готово. А, клёво. Эй, это мы. Глупо выглядим. Глупо, но круто. Что такое Facebook? Может, что-то типа скраббука? Не. Ну давай попробуем. Введите имя.
Что писать? Да что хочешь. Ну, фамилию свою, например. Так, и... готово. Вот. О, он делится. Нет связи с интернетом. Это как понимать? О, мы можем их просто распечатать. Такая незамысловатая реклама Фейсбука. Так. Окей. Ну-ка, давай нам фотки. Даже не верится, что получится. И мне. Заново. Ладно. Что? Окей. Что? О, да иди ты в жопу. Хорошо, ладно. Как уйти отсюда? Да. Стандартно. Сломали к чертовой матери. Ой. Ой-ой. Что это было? Мы ее сломали. Да, похоже на то. Ну. Пойдем дальше. Давай. Как она меня бесит. Она может нормально говорить? Вот правда. Я бы говорила так. Внимание. Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Так, давай я теперь. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Помните, бездействие смертельно опасно. Да, так было бы в 100 раз лучше. Ну а что вы хотели? Безопасность все-таки. По крайней мере, все живы. Вау. Да вы шутите. Ничего себе. Я же говорила. Хоть что-нибудь работает? Не похоже. Просто игра задружилась с Фейсбуком, и при создании, собственно, новой игры теперь пишут, что не хотели бы выделиться там в Фейсбуке, то есть как-то синхронизировать это все. И, судя по всему, такая небольшая рекламка была. Вот. Не так уж и много здесь на самом деле уцелело. Окей. Ну, Райли, хоть ты что-то найти. The Turning. Нет. Неужели не работает? Не работает. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Она стоит у храма тьмы. Древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с 3 руками. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готово? Давай. Первый раунд. Старт. Начинается первый раунд. Черный клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай! Вот так. Он промахнулся. Ты позади него. Скорее бей его в спину. Получи. Мощно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья. Да. Он разворачивается и проводит прием черная лапа. Что делать? Зажми назад и блок. Готово. Он проводит комбо, ты выставляешь локти. Ты скользишь назад, но урона не получаешь. Последний блок выводит его из равновесия. Он может встать в любую секунду. Скорее делай воскресенье. Круто. Он тебя схватил. Удар, чтобы освободиться.
Ах, как все не вовремя. Господи, я пропустил удар. Да на, получи, на. Так, Да блин, все против меня, кошка, что ж ты делаешь? Блин, такой азарт пошел. А, одновременно. Просто настучали ему. Начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. Это ультраубийство. Angel Knives торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила! Для первого раза неплохо. Ну как? Это было круто. Да кайф же. Ну типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. А завтра тогда продолжим. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня переводят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марлин. Она спуску не дает, всех испытывает. Меня заберут завтра. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Зачем мы здесь? Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли. Райли! Твою мать. Райли сама, похоже, начинает понимать, во что влезла. Ну куда она делась? Райли! Райли! Да где же ты? Манекены! Смотрите у меня, мать вашу. Чёртова манекена, ненавижу. Не слишком япона, мать. Манекен — это главная моя слабость. Что уставились? Это жутко, по-моему. Даже вот без шуток. А ты чего вылупился? Вот именно. Молодец, Элли. Когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета.
С каких пор тебе важно мое мнение? Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Ты весь день. Тебя совесть мучает? Хочешь загладить вину? Я тебя прощаю. Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да, я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря, те водяные ружья, о которых ты мечтала. Меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз. Ладно. Сначала я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. Любопытно, а что сейчас будет? Что, страшно? Так, все, погнали. Нравится? Ох, ты у меня попляшешь. Так, качаем еще. Держись, Элли. Да она просто уделывает нас. А! Так, где ты, мерзавка? Ладно, стерва. А! Ну, блин! Бу! Я тебя замочила. Что? Да ты и не попала. До нитки. Ладно. Считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту. В кого первым попадут, тот проиграл. Ладно. Закрой глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, время для мести. Готово? У нас есть читерская способность. Не помогает. Хорошо, и где же ты? Ну это прям как тактика против кемперов. Он сидит себе, ему хорошо, а ты его должен искать. Ага, понял. Ох, она хороша. Где же ты? Черт. Ну, давай так. Давай до двух побед. Поехали. Ладно. Старт. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе конец. Я иду искать. Не знаю, зачем мне сказали, что нужно прислушиваться, если ее все равно не слышно. Зачем мне в предыдущей серии говорили, что зараженные не реагируют на фонарики, в то время как они реагировали? What the fuck вообще? Так, я думаю, ты где-то здесь. Хотя, черт тебя... Ах ты, стерва. Норм. О, надо же! О, надо же! И как это получилось? Вот ладно. Это мастерство. Отдавай мне свой жетон. Ух ты! Еще и издеваешься сейчас, я тебе покажу. Райли,
Я бы рада так весь день играть. Но тебе пора идти. Да, пора. Ну ладно, хорошо. Давай хоть провожу. Ну да. Сейчас я только рюкзак возьму. Эй, слушай. Я тогда злилась, но я серьезно. Уходи. Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Нет, прошу, не уходи. Я без тебя не смогу. Переживу. И ты переживешь. И мы с тобой еще увидимся. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. На. И что там? Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А куда? Увидишь. Вот оно. Ты что? Да ну, иди сюда. Вот прикольно. Ох, девчонки, вы сейчас заиграетесь. Я прям чувствую. Эй, ты чего? Эй, что-то не так? Не уходи. Нормально. Прости. За что? И что теперь? Разберемся. Но вряд ли Марлин согласится. Стой. Ну, просто отлично. Райли! Я же говорил. Ах, глупые девчонки. Кто в комментариях будет писать, там, типа, лесбиянки, там, по-моему. Не пишите чушь, и по-моему, просто девчачья. Девчачья манера дружить, так скажем. Хорошо, надо спасать Джоэля. Жалко, что за него не дают поиграть, его вообще, я так чувствую, не так, чтобы много раз мы увидим за игру, но... Вот так. Джоэль все-таки мужик. Так, хорошо, куда нам идти? Магазин, который собирался открыться, но так и не успел, походу. О, жесть. Фотография отряда.
Угу. Самому лучшему капитану. Удачного года. Ларри, Шон. С днем рождения. Я понял. Так это она. Ну да. Успокойся с миром, капитан. Так, больше тут, походу, ничего нет, да? Черт. Черт! Какого хрена? Майор. Спокойно. Что мы тут делаем? Кому нахер нужна эта девчонка со стариком? Чем быстрее их найдем, тем быстрее свалим. Надо тут все обыскать. Так вот она что. Зайди сзади. Пришли по следам, короче. Это не очень хорошо. Место у меня, конечно, не ахти. И назад я, конечно же, вернуться не могу, да? Хотя нет, думаю, могу. Твой родимый, только не поворачивайся. Сейчас, родной, мы тебя размотаем. Ух, вас там двое. Ну? Ничего, а у тебя? Тоже ничего. Ищем дальше. Плохое, плохое место. Так, участвуй у меня и уйдешь, товарищ. А ты уходи туда, да. Так, они далеко, все хорошо. Все как надо. Так, тихо. Одну стрелу-то жалко тратить. Блин, блин. Это еще что? Так, ладно, придется. Давай, родной, где ты там? Ау! Че, паникуешь потихоньку? Боже! Бог тебе не поможет, на! Все хорошо. Держись. Я тебя спасу, Джоэл. Ребята хотят драки. Я им устрою драку. Или опасная девочка. Совсем опасная. Я вернусь к Джоэлу, заштопаю его, а потом свалю отсюда нахрен. Но для меня это звучит просто как музыка. Давайте мы займемся. Стрел-то опять дают. Че там? Savage Starlight, те самые комиксы. Но здесь нам комиксы вроде как не дают искать. В оригинальной игре прям была такая приколюха по этому поводу, фенечка. Сейчас параллельно играл Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ну, все думаю, что рано или поздно на геймершоу тебе я его выложу. Пипона, мать, ты посмотри, не хочу туда лезть. После Metal Gear прятаться здесь очень легко. После Splinter Cell, который я в свое время, повторюсь, очень неплохо задрочил. Так что... Охренеть, это же полз кто-то, это не просто там тащили. Ну и куда?
Очевидно, сюда. Сначала давай посмотрим. Вот засада. 6. Диктофон из шахты. Я же с ней просто разговаривал. Если бы она не врала, мне не пришлось бы ее бить. Она бы меня застрелила. Это точно. Тогда чего же она тебя раньше не убила, Элис? А? Да, неважно. Я ее застрелил и убежал. И от этих тварей отбился. Так вот... Швы на моем обрубке разошлись. Я истекаю кровью, но рану зашить не могу. Одной рукой не могу. Узелок не затянуть. Риган. Бедолага. Так вот, значит, что произошло. Ну что, давайте на этом жизнелюбивом моменте закончим эту серию. В следующий продолжим пробираться к Джоэлю. Могу сказать, что у нас серьезные проблемы, потому что тут очень много, судя по всему, будет и бандитов, и тварей. А именно вот так закончила команда спасения, которая рухнула на вертолете здесь. И для нас это просто была удача, потому что если бы она не рухнула, мы бы не нашли эти медикаменты. Но как бы там ни было, давайте выбираться. Эта серия по большей части была такой фановой. Мы немножко отдохнули, развлеклись. Но в итоге вот произошло то, что произошло. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.